брошенный туда по приказу спецотдела без имени. По приказу человека, отправившего на верную смерть не один десяток бойцов. Хотя в определенном смысле жизнь налаживалась. Походу этот Эквайр, крутой спец ЦРУшный, раз один тут исполняет. Ага. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Эй, тебя Флинн зовут, да? Расчетное время. Флинн! Ау, чувак! А, черт, я только... Погоди, чувак! Кажись, я сигареты потерял! Сейчас! Гребаный вторник! Вечно по вторникам все из рук валится! Когда мы наконец доберемся? Всего пару минут! Ядрен батон! Черт! РПГ! РПГ! Да, я видел! Блин, что за нахер? Хреновый у русских РПГ! И это круто, чувак! Был бы наш Джевелин, пришлось бы финт ушами сделать! А нельзя тупо высадить нас где надо, пока я твоим ушам сам финт не устроил! Есть! Как прикажете, босс! База «Призрак» на связи! Подтверждаю курс на высадку 6449! Задание обещает быть коротким. Ладно, все за мной. Смотреть в оба. Походу, наш клиент отработал. Весьма недурственно, кстати. Тебя никто не спрашивал. Чш! Что там, сержант? Двигаемся. Дистанция 5 метров. Туда. Лагерь Эквайра там. Адская перестрелка. Видать, тут и люди Эквайра. Трупа. И все. Зря время теряем. Стоп, стоп, стоп. Вашу мать, он же труп, ядрём батон. Мы что, будем сидеть, ждать, пока горе-эксперт доложит то, что мы и так знаем? Эквайр жив. Иначе бы они по-любому забрали трупы. Точно, это подсказка. Наверняка Эквайр оставил. Вроде совпадает по сетке. Значит, нам нужно идти вверх по течению. Ладно. Вызывай Флинна. Флинн свалил, Хэк. Час от часу не легче, блин. У нас гости. Пехота на 12 часов. Так. Принял. Готовься к бою. Даю счет. Thank you.
ублюдки на нас лезут. Хотят убедиться, что у нас нет Игуайра. Я говорю вам, наверняка он все еще жив. И какой план? Вызываем Флина и уходим? Потому что не хватает оружия. Так, допустим, мы хотим найти коробочку. Не люблю я реки. Главное, ушами не хлопай. Дерьмо, а не оружие. Как думаешь, Брэд вот нам все говорит? Страшно мне знать. Я пехота, а не долбанный спецназ. Просто делаю свое дело. Ладно, у меня есть идея. Эй, да не виляй ты. Все в ажуре. Не, ребят, послушайте. Если на нас напали военные, они должны состоять на довольствии. У кого? Верный вопрос. Думаю, у кого-то, кому нужен Игуайр. Чан, ты видел? Птицы, наверное. Не знаю. Может. Не отвлекайся. Чувак. Что-то видел. За нами следят. На кой ляд они за нами следят? Погоди, я тоже видел. Вон там что-то есть. Да, гусь шевельнулся, видал? Нет, ну, не знаю, дерьмо какое-то. Марлоу, выведи нас отсюда. Ошибись, приехали. Так намного лучше. Выходим, идем пешком. Когда-нибудь приедем в такое местечко, а по нам не палят местные. Ага. Держи карман. Открытую частоту. Слушаю, Браво-2. Прием. Призрак, мы попали в засаду голожопых партизан. Пойдем вверх по реке искать Игуайра. Но с оружием беда. Понял, Браво-2. Тут кое-чего есть в загашнике. Рвеет на черный день. Бак почти сухой, но для вас взлечу. Спасибо, Призрак. Ладно, пошли. Ничто не разгоняет кровь, как небольшая засада. Как голова, сержант? Давайте просто найдем гребаный ящик, пока они не прочухают. Все найденное оружие храним здесь. И сможем потом менять его у любого такого ящика. Ясно?
Да, сержант, спасибо. Я не знал, как они действуют. Призрак, груз получен. Спасибо. Ништяк, Браво-2, рад помочь. Конец связи. Шевелиться, если хотим найти Игуайра. Мерда! Creo que se fue por allí! На лодке дальше не пройти. Полная засада. Это что, лесопилка? Игуайр наверняка сюда пошел. Иначе бы они патруль не выставили. Давай, Хэган. Ну нет, только после тебя, придурок. Ah!
Едем ровно, да!